Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем, чтобы год будущий был лучше, чем год, который есть. К сожалению, у нас в стране большие проблемы, большие проблемы. И будем потихоньку их решать. Поэтому вот очень приятно поздравить своих коллег, которые в это непростое время смогли сделать так, чтобы предприятие работало достойно, люди получали зарплату. И это самое главное. Самое главное — люди. Юрий Ильич, я вас поздравляю с Новым годом. Весь коллектив Речевского порта от лица Южинского порта поздравляю с Новым годом. И пусть будет еще лучше, чем сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Передайте микрофон, пожалуйста, Александр. Уважаемые друзья, одесситы, я хочу прежде всего поблагодарить организаторов за признание, скажем так, нашего скромного вклада. Ну, многие из вас, я думаю, удивились, как это так мог Речевский порт быть в убытках. Но это действительно так. Прошлый год был для порта кризисный, и порту нечем было фактически платить зарплату. И мне приятно, что в этом году мы смогли эту ситуацию переломить и вывести порт на его прежний уровень, на тот уровень, которым Речевский порт был всегда. На тот уровень, на который его вывели легендарные руководители, такие как руководитель Черноморского пароходства Данченко, с благословения которого был порт построен, такие как Кантадзе, другие великие люди, которые Стрибко Станислав Кириллович, царство ему небесное, те люди, которые порт прославляли, создавали и делали его знаменитым на весь мир, на весь Союз. Поэтому мне приятно, что удалось эту славную традицию продолжить. И сегодня мы успешно завершаем наш год. Мы завершаем его с достойными результатами, с рекордными результатами. Поэтому я хочу, думаю, что нас смотрят и портовики, поблагодарить весь наш 4000-й коллектив за ту работу, которую мы с вами совместно проделали в этом году. Я думаю, что нас ждет следующий год. И в это наше смутное время надо немножко вносить позитива, что называется, говорить о хорошем. И приятно сегодня говорить, что все-таки морская отрасль, сегодня день Святого Николая, Святой Николай — покровитель моряков, это мы тоже не должны забывать. Поэтому морская отрасль сегодня в целом показывает положительную динамику, и я думаю, что и Речевский порт в этом плане и дальше будет вносить львиную долю в этот успех. Спасибо всем. С Днем Святого Николая, с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Спасибо большое.